Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о полезных свойствах фолиевой кислоты. Фолиевая кислота, витамин В9, принадлежит к водорастворимым витаминам. Ученые и врачи давно признали, что это вещество является основой основ человеческого организма. Частично витамин В9 синтезируется в кишечнике, но основная его часть поступает в организм извне. Витамином В9 богаты дрожжи, сухие и свежие, говяжья и куриная печень, арахис, шпинат, сельдерей, петрушка, душица, мята, листья, малины. Но в процессе термической обработки значительная часть этого вещества теряется, поэтому необходимо своевременно пополнять его запасы в организме. Таблетки фолиевой кислоты стоят в аптеке копейки, но польза от их приема неоценима, ведь недостаток витамина В9 сказывается на функциональности всех систем организма. В первую очередь этот витамин регулирует рост полезных клеток, поэтому при его нехватке неконтролируемо начинают развиваться раковые клетки. Умственно осталось у детей, нарушение в работе центральной нервной системы и процессах кроветворения – это лишь начало списка осложнений, вызванных дефицитом фолиевой кислоты. Беспричинное беспокойство, проблемы с памятью, анемия, стоматит, ранняя седина, параноидальные состояния, ранний климакс, сильные мигрени, инфаркты, инсульты. Только представь. Суточная норма витамина В9 индивидуальна и зависит от образа жизни человека, ведь фолиевая кислота быстрее расходуется у людей, занимающихся спортом, а также любителей позагорать на пляже. Курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем, и женщины, принимающие противозачаточные таблетки, также автоматически попадают в эту категорию. Оптимальная доза для взрослого 200-500 микрограмм в сутки при условии регулярного приема. Минимальная доза гарантирует нормальное функционирование организма, но в случае увеличения умственной и физической нагрузки, стрессе и простудном заболевании дозировку следует увеличить. Период беременности и лактации также требует существенного увеличения дозы витамина, но без консультации врача лучше этого не делать. Вообще для беременных женщин В9 – витамин номер один, без него нормальное развитие плода просто невозможно. Гипервитаминоз в случае с фолиевой кислотой – крайняя редкость, так как получить такое количество из еды невозможно, а аптечный препарат, чтобы добиться избытка, следует пить месяцами и горстями. Последствия проявляются в виде перевозбудимости, нарушений сна и диареи. Важно, витамин В9 полностью усваивается лишь в тандеме с витамином В12 или в комплексе с другими витаминами группы В. Таблетки принимай сразу же после еды, запивая водой. Кстати, уже через месяц приема в зеркале заметишь перемены. Волосы приобретут эластичность и блеск, а цвету лица и упругой кожи позавидуют 20-летние. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими подругами.